Так, всем привет. Играем на свежем воздухе. Как говорится, что может быть прекраснее свежего воздуха? Ничего. Только свежий воздух, только лес, поляна и вообще все прекрасно. Сзади меня солнце. Посмотрим, как здесь будет ловить интернет. Он должен ловить нормально. Очень на это надеюсь. Ай, блядь, опять я. Сука, где 4G? Где, блядь, здесь 4G? Короче, понятно. Куда-то, блядь, 4G делось. А, вот, поймал. 4G+. Отлично. Но ебать тебя в ухо, ну какого ж хера? Давай подключайся. Ты заебал. Клёво, конечно, когда кругом природа. О, попадите в лунку, ёпта. Сейчас попадем. Сука! Ну ладно, холл-ин-ван все равно сделали, давай дальше. Вармап, блин. Ух ты ж, ёпта, тут ж... Учитывая ветер. Ну да, холл-ин-ван не получится. Получится игл. Круто, когда никого тут нет. Никто не мешает. Какой-то Кевин был, оказывается. О, большие алмазы. Давай как-нибудь вот так. Блять, я не знал, что там бункер. Сука, я не знал, что там подстава. Ну ладно. Фендвейдж. Давай попробуем выбить. Не-не-не-не-не-не. Отлично. Добрались. Погода прикольная. Скоро будет, кстати. Должна выйти. Ну не скоро, конечно, сколько там времени. Она в следующем году, то есть в этом году. Вы видите, если соберете больше кристаллов. Ну давай, закатывайся. Вот противник, он сейчас выиграет, собака. У него 1600. И кристаллов больше он взял, сука. Отлично. Stage 1, блин, ё-моё. Но это, я так понимаю, тоже такой же, такого же плана. О, сыграть с другом есть. То есть это такого же плана игра, как была, короче, это как у нас, ну, много разных. То есть это получается, ты играешь, типа в конце получаешь этот, как он называется, получаешь какой-нибудь ход противника. А, он первый ходит. Ну ладно. Чё-то я не понял, куда он ударил. Ну да ладно. Давай попробуем мы ударить вот сюда. Ах ты ж, елки, не взял тут клевый чу. Не взял клевый алмазик или кто там, бриллиант. Посмотрим, что сейчас он сделает. Ух ты, у него какая-то супер клюшка. О, он меня ударил, вот собака. Давай. Эх, не повезло, не взял. Алмаз же был прикольный, ну ладно. Он вообще настоящий, интересный этот чувак, или бот этот со мной играет? О, он в бункер попал. Ладно. Прицелимся. И загоним
мяч в лунку. Сука! Так нечестно. Это пидорасина. Он сейчас возьмет за 200. Этот, как он сказал, шутки за 200, блин. Сэндвич. Давай. Попади. Ну ёбаный в рот, ну подкатись ты. Молодец, подкатился. Чё, финиш? Блин, у меня какие-то странные цифры вместо ставня. Ну по-любому она это у нас. Отлично. О, подарок, слушай, мне там подарок какой-то пришел. Я понял, сейчас возьмем. Давай, 30 минут. Блять, суки, они специально это делают. А, ну если бесплатно, ладно. Бесплатно можно. 20 монет дали. Мячик новый. Вернее, улучшение для мячика и улучшение для драйвера. Прикольно. Бесплатный платиновый сундук. А, ваши данные будут потеряны. Понятно. Так, что тут у нас? Давай выберем этот. Простой мяч тоже поменяем на крутой. Что там новинка? А, введите команду. Что там создать? Сколько стоит? Ну-ка. Дадим команду, если есть такая возможность. А, не получится. 2000 нужно набрать. Ладно. Давай кого-нибудь еще сейчас обыграем. Если, конечно, повезет. Так, что у нас тут? Там дорога. Тут высоковольтные провода, блядь, проходят. Ладно, нам 4G у нас. Первый ход за вами. Так, блядь, надо убрать камеру, мешает. Давай посильнее ударим. Всего маху. А, ну это тоже тюб. Ну понятно. Ух ты, там этот как у нас. Там я вижу динамит валяется. Значит, этот динамит что-то дает. Что-то как-то они слабо бьют. Такое ощущение, что они боты. Давай. Есть. Я взял клевый. Клёвый алмаз я взял. И солнце тут светит. Ну, там природа. Шумит ветер. Вообще шикарно. Как говорится, пока будем ходить сюда. Ну, точно бот какой-то. Ладно. Попробуем вот так ударить. Отлично. Игл. А, у него последний ход. Ну, посмотрим, сможет он что-нибудь сделать или нет. Конечно, не сможет. Финиш. Всем пока, как говорится. Он проиграл. И еще 200 баксов. И деревянный сундук. И 14 место. Ладно. Что там? Смотрите, какая красивая природа. О. Там это как оно называется? Поле. Давай, вскрываем пока. На 30 минут. Так, что там у нас есть? А, закрыто. Один раз я проиграл. Кому я, интересно, проиграл? Ну ладно, это не так важно. Сейчас кого-нибудь еще найдем. Если интернет нас не подведет. Но как бы он не должен нас подвести. Роллер-костер. А, слушай, они отличаются. Че, я бью? Тысяча сто. Ёпта, там три алмаза. Мы посмотрим, что этот сделает. Блех. Товарищ блех. Ну, по-любому они какие-то боты, по-моему. Такое ощущение, что они реальные боты. Ладно. Ёлки, там какая-то коробка.
со знаком вопроса, но она какая-то опасная. Туда заходить прям неинтересно. Давай, покажи свой супер удар. Не, так ощущение, что действительно какие-то боты, блин. Боты ботские. Ладно, давай сильно ударим. Ох ты ж, ёлки-палки. 1900. Что там было, какая-то херня? Надо посмотреть, что там еще есть интересного. Так, ну отлично. О, небо какое клевое. А вот земля. Так, я бью. Ну давай, я попробую забрать клевую штуку. Вот она что оказывается. Понятно, но я в бункере. Ну окей, давай. Чё, чувачок, проиграл? А, не, он забрал алмазец. Так, мы как-нибудь вот сюда. Да, мы выиграли. У нас пар. Пар — это значит, когда, по-моему, это как у нас... Ой, я уже не помню, там какие-то есть у нас свои приколы. Ну ладно, он все равно не долетит. Как говорится, пар 2500, 200 очков, 200 баллов, 200 монет, серебряный сундук, 18 место. Ладно. Что тут еще интересного есть? А, еще один. Так. Тут что? О, Castle Burn, но я в нее играл. Так, мне вот это стрёмно нажимать, конечно. Сундук с кристаллами. А, тут еще бесплатный сундук есть. Ну, как обычно, в принципе. Яблоко предложение. Подарок, который можно забрать сейчас. Ну, ладно, мы можем еще два раза сыграть. О, вот это интересно. Water. Клево, клево. Вообще прикольно, мне нравится. Игра, короче, что-то вроде как это, как у нас. Ну, типа, там мы играли в футбол, когда там был тоже это, как у нас, типа, матчи короткие. А тут вот гольф, ну это мини-гольф скорее, да, это мини-гольф. Но он сделан как большой гольф, на самом деле. А, не закатился нихера. Понятно, ну сейчас мы попробуем, мы закатимся, интересно. О, я щит взял. И там какая-то подставка, можно вон подставить. А, мы против тоже такого же, как и я, играем. То есть он без этого, как у нас. Ну тут наверняка Facebook есть, можно подвязать. И типа это, как у нас, сохранится прогресс. Чтобы вдруг, если что... Сейчас он еще выиграет, собака. Запросто. Сейчас он выиграет, и я проиграю. Вот это уже не бот, это уже реальный чувак. Ну давай, давай, бей. Давай, забей. Молодец. Сделал пар. У нас последний ход. А, он выиграет. У него, блядь, 1400 алмазов. А я нихуя не забил. Вот, блядь. Подстава, сука. Да, это вот реальный чувак. Он, сука, выиграл. Он, сука, выиграл. А у меня 920. 920 бачей у меня. Давай попробуем еще кого-нибудь обыграть. Tube Slide. Ну это уже было. Такое уже было. А вот этот опять какой-то бот играет со мной. Они все, короче, которые нарисованы, они все какие-то боты. Ну давай, 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 давай. Есть. Эх, блин, в бункер попал. Ну ладно. Ну давай, покажи, какой ты бот.
Ну, тоже взял, да. 200. Сэндвич. Надо вот сюда попасть. Ну ладно, пох. Попали, nice on. Дальше. Этого бота обыграть легко. Вот те, которые с цифрами, это реальные люди. С ними, похоже, уже играют как по-настоящему. А с этими ботами херня. Поттер, блядь. Гарри. Ну давай, закатись. Ебать тебя в ухо, не закатился, сука. Как так? Вообще как не закатился? Ты не охерел ли, блин? Я тебе, блин, закатывался. Давай, падай. Что там мне дали? Бёрди? Ну да, 4 удара, по-моему, сколько там считается. Ладно, я выиграл. Извини, чувак, но я выиграл. 200 монет мои и деревянный сундук. И 17 место. О, стейдж 2 открыт. Ну да. И нам предлагают купить. Чё там? Сыграйте бесплатно. Hole in one. А-а-а. И чё там? А, это нужно сделать hole in one. Ёпта, это ж сложно. Ну ладно. Может получится. Так, вот, давай. Есть. Мы забили, да. Мы крутые. Вы прошли до лунки 2, пройдено лунок 1. Пройдено 4 этапа, что-то там гарантируется. А, ну это типа сундуки. Ух, ебать. Магма челлендж. Охренеть, ёбаный в рот. Айрон. Я же не вижу, куда бить. И ветер еще. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блядь. Сука. О, Поттер, багровый рог. Зеленый камуфляж. О, у нас тут летают сам вертолет. Не видно, короче. Но он слышит. Но он слышит. Вон там где-то. Короче, он где-то там летает. Призы ждут прямо сейчас, окончание 23 часа. Ну и чё, плата за вход 400? Ебать, блять. Так, можно поменять. Можно поменять. Мои новые друзья. И перчатки есть. О, подставка тоже что-то можно. Поджигатель, источник энергии, зефир. Прилив сил. А-а-а. Ну окей. Закрыто, закрыто. 20 секунд, 20 минут еще ждать, чтобы он вышел. Ладно, сейчас будет сложно, я чувствую. Тайлер, блядь. Ну, наверняка бот опять какой-нибудь. Ну, посмотрим. Бот ли он? Или настоящий чел? Ну, вроде первый ход у него за ним. Сейчас посмотрим, что он сделает. Но больше похож на настоящего чела. О, там бомбочка. Что там мне говорят назначить? А, ну мы и так у нас хороший. Так. Да, мы тоже взяли. Мы 2700, мы на одну... На 100 очков больше, чем он. Если вдруг забьем оба. Ну, я надеюсь, мы не оба забьем. Сейчас он в бомбу попадет. Айрон, ёпта. Давай сюда. Не-не-не-не-не, в бункер. Надо было в эту метиться. В бомбочку. Он в бомбу попал. Ладно, Сэндик. Давай так попробуем. Блять, сука, не попал.
3200, 2900. Сейчас он забьет. А, не, не забил. Поттер. Блять, куда ж ты, ёбаный в рот? Дебильное управление, сука. Ну давай. Забей уже. Сейчас я забью. Сэндвейч, блять. Буги, блять. Дабл. Дабл буги, блять. А, надо же, выиграли. 800 очков получили. И деревянный сундук. И 15 место. Так, что там, следующий этап? А-а-а. Стейдж 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 этапов. Так, сундук с кристаллами. И у нас 4 сундука. Нам не хватает немножко для того, чтобы сделать свою группу. Осталось чуть-чуть. Я хочу группу сделать. Везде должна быть моя группа. Все должны знать. О, первый ход за нами. Так, нам куда-то вот туда надо бить. Ох ты, крут. Давай. Есть. Отлично. О, это как у нас? Пинбол. Ну, молодцом. Я прокатился дофига. А, вот это уже больше похоже на настоящего игрока. Сейчас он нас наебет. Не наебет. Айрон. Ай, нет, блядь, сука, какого ж хуя ты улетел? Пидорасина, блядь, ну как ж так? Ну давай, бей, ё-моё. Тупа Райла. Ни хрена себе, блин, читер. Офигеть, блин, читер. Сука, я отсюда начинаю. Ну это пиздец, короче, я проиграл. Да ебать! Тупорылая херня, блять. Да какого ж хуя, сука? Педрилы мученики, блять. Педрила ебаная, блять. Сука. Какого ж хуя ты выиграл, Альбатрос, блять. Ёбаный дебила. Усо. 1020. Да какого ж хера, блин? Я должен победить, блин. Мне нужно выиграть. Мне нужно сделать, ё-моё. Опять противник. Ну и давай бей. Мне группу нужно сделать. Нельзя в этой игре без группы. Ну да, это уже бот. Это, ёб твою, бот. Давай, катись. Катись по малой спаской. Так, молодец, не попал. Давай, ебаш. О-о-о. Он крутой. Ну почти. Найс он, блин, ё-мо. Давай. Мохди. Мохды. Чё-то как-то он сложал. Главное мне не сложать. О, надо же.
что там, последний? Нет, у него последний удар не был, потому что он первый начинал. Ну, отлично. 800 мои. Да заколебали вы со своей рекламой. Так, что у нас там? Осталось нам ровно... О, опять с реальным игроком, а не с ботами. О, господи, нет. Я проиграю. Я снова проиграю. Давай сюда, вперед, блин. Хренач. Посмотрим, что сделает чувак. Живой игрок, блин, ё-моё. Ну, нормуль. Что там у нас? А, понятно. Отлично. Осталось совсем чуть-чуть, и я должен взять лунку. Лунка должна быть моей, блядь. Полюбак, она должна быть моей. Да, надо, блин, тоже не материться. Сделать из себя нормального чувака. Без мата, но это сложно. Так вот, давай. Есть. У него последний ход. Ну да, я первый. Я же первый бил. Давай, чувак, захерач. Не, молодец, слушай. Прям реально этот, как он все. Ну, живой человек. Но я взял, потому что у меня больше кристаллов было собрано. Блять, еще осталось. А, о, сундук с кристаллами. Слитый золото. Багровый рог. Комета. Ну-ка, 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 что мы там? Что у нас тут можно? Где-то здесь был багровый рог. А, вот этот, во. Давай его увеличу. Да, тут пока ничего, и тут пока ничего. Ну ладно. Нам можно попробовать еще раз. Опять живой человек. Ну все, боты кончились. Теперь только живые люди. Ах ты, мост. Сложно. Черт, надо было собирать алмазики. Сейчас проиграю нафиг. Ход противника. Ну давай. Елки, вишня. Он вообще что-то себя крутого строит. Ну да, неплохо. 2700, ёпта, набрал. Охреневший тварь. Ну давай. Сейчас он что-нибудь тоже сотворит. Не, не сотворит, но у него 2900. Три. Он, сука, выиграет сейчас. Сейчас он забьет последний свой удар. И все, и мы прилетели, блин. Че, нет, нифига, обломался. Обломался, ё-моё, почти. Да, не получилось, чувак. Не срослось. Чё там? Сколько? О, золотой сундук. Золотой сундук у меня... О, я третий этап открыл? А, не, всё, короче, на этом закончим. Мы создаём команду.
Сейчас тут можно значок выбрать. Где этот значок? Вот он значок. Необходимые призы, расположение между... Что там есть? А, международное. Так, а можно Россию выбрать? Наверное, должно быть можно. ПРЭ. Реюньон. Чё, нихера России нету? Да вы охерели, блядь. Ладно, пускай будет международное. Вот такие дела, блин, ё-моё. Хе, золота не осталось. Надо заканчивать, короче, на этом. Всем спасибо. Всем пока. А, тут есть стейдж 2 и стейдж 1. Ладно, на этом закончим.